Последние дни нашего отпуска мы решили посмотреть, что там на западе области. И, наверное, больше всего нас порадовала дорога. Одной из точек интересов на карте был Приморский янтарный карьер около поселка Янтарный. Но, несмотря на свои размеры, место оказалось абсолютно неинтересным и совсем не стоящим тех денег, которые здесь берут за въезд. Сама добыча, кстати, выходит за рамки этого карьера. Но на другие объекты проезда нет. Других интересных мест в этой части не очень много, но и до Балтийска дорога не близко, поэтому быстрее едем на самый край области. Балтийск – город больше военно-портовый, чем туристический. Воинских частей здесь больше, чем продуктовых магазинов. Есть, конечно, в центре и старинные дома, но их не так много, как в Калининграде. Самой заметной на карте достопримечательностью является крепость Пилау. Но это действующая воинская часть, и просто приехать и зайти внутрь сюда нельзя. Зато, гуляя вдоль пролива, можно часами рассматривать проплывающие мимо суда. Да и сама набережная здесь достаточно красивая.
так и закончилось наше путешествие к самой западной части страны. Спасибо за просмотр.